Среди общественных организаций Фонд мира на ролях долгожителя. 50 лет в деле. Мероприятия, марши, акции. Воспитательные, миротворческие, благотворительные. Они исчисляются не количеством, не сотнями и тысячами, а теплом сердец и энергией добра. Активисты Жлобинской районной организации Фонда мира и ее председатель Валентина Нехай однажды решили: ставку в своей работе делаем на воспитание молодежи, на боевых и трудовых традициях старшего поколения. Единение ветеранов и молодежи, я считаю, что это вот наша основная задача, наша основная цель, для того, чтобы именно наша молодежь подхватила вот те завоевания, которые были нашим старшим поколением. Встреча двух поколений в районном доме культуры стала для Жлобина традицией. Ежегодно здесь собираются лучшие представители молодежи и ветераны, чей жизненный опыт служит примером трудолюбия, патриотизма, мужества. Мы оптимисты. Мы участвуем во всех мероприятиях города. Мы вот посещаем школы, проводим встречу, вот, патриотическую воспитательную работу. А мы пришли с войны. Вот первая школа у нас вот здесь. Вот так бочки две железные, перевернутые, две доски сбитые, доска сидеть. И на 6 человек книжка была, и мы по ночам учили. Трогательное выступление и слова благодарности, воспоминания боевой молодости и скромные улыбки. Участник войны, заслуженный врач БССР, почетный гражданин Жлобина Александр Татаринов после победы 25 лет работал в районной больнице. Помимо боевых операций в годы лихолетия, провел 8000 хирургических в мирное время. Проникновенные слова ветеранов и полное понимание в рядах молодежи. Не забудут, не подведут, заставят гордиться. Как Жан Гирилович, 4-кратный чемпион Беларуси по картингу, цимбалистка Дарья Кутовская, лауреат Международного фестиваля «Славянский венец» в Болгарии, Александр Кикенев, борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Когда вот ты стоишь на каких-нибудь международных соревнованиях, особенно крупных, таких как чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры, ты стоишь на первом месте, например, и когда играет гимн твоей страны, это вообще нельзя передать это впечатление, это очень такое приятное впечатление, ты гордишься за свою страну. Результативность и успех своей деятельности жлобинские миротворцы видят в тесном контакте со всеми общественными организациями, которые действуют на территории района – женскими, молодежными, ветеранскими. Ветеранская организация, 15 тысяч человек включают. Сотрудничаем с организациями общественными, ну и в частности миротворческая организация «Фонд мира». И считаю, что выигрывает общее дело. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы все мероприятия, которые планируем мы, которые планирует и «Фонд мира», они находили своих единомышленников. «Фонд мира» – это великолепная организация, с которой всегда сотрудничаем. Фонд мира проводит огромное количество конкурсов. Это конкурсы рисунки, конкурсы декоративно-прикладного творчества, конкурс пионерского чирлидинга. И везде красной строкой идет Фонд мира. Он поддерживает эту пионерскую организацию. Перелистывая страницы истории организации, убеждаешься, сколько хороших дел сделано. Акцию «Дитя мира», начало которой было положено гомельским отделением, жлобинская организация подхватила с радостью. И сегодня молодой Жлобинский район, третья часть населения, молодые люди в возрасте до 35 лет, не просто лидирует по количеству детей мира, но и поддерживает постоянные дружеские отношения с малышами, родившимися 21 сентября, и их родителями. Районная вот организация такую акцию проводит. Наши дети. И вот благодаря вот этой акции мы оказывали помощь, значит, нашим детям, которые, к сожалению, имеют какие-то ограничения в здоровье. А сейчас я учусь в 11 классе, мне 17 лет, и был такой период в жизни, когда Фонд мира мне помог. И сейчас я продолжаю вести здоровый, активный образ жизни и радоваться мирному и голубому небу.
Жлобин – город с героическим прошлым. В годы Великой Отечественной он освобождался трижды. Поэтому акциям, посвященным воинам-освободителям, миротворческая организация Жлобина уделяет особое внимание. И молодых воинов воспитывает в духе славных героических традиций. Организация проводит важную, на мой взгляд, работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ну и взаимодействует для проведения вот этих вот всех мероприятий, которые, я считаю, что нужно. Мы проводим встречу на базе нашей воинской части, значит, с матерями, чьи сыновья достойно несут службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь. Значит, 15 мам лучших из лучших ребят. И что примечательно, в основном это мамы ребят, которые пришли к нам служить воинскую часть с других областей. На протяжении многих лет в Жлобине проходит уникальное мероприятие – фестиваль афганской песни «Время выбрало нас». Если в первые годы его участниками было не более десятка воинов-афганцев Гомельщины, то сейчас в фестивальных выступлениях задействовано более полусотни артистов. Это уже не только представители нашей области и страны, но и зарубежные гости. Одно из главных условий успешной работы – объединение усилий активистов общественной организации и содействие органов власти. Сегодня и со стороны председателя райисполкома Леонида Николаевича Панасюка, и со стороны заместителя председателя исполкома Виктора Алексеевича Костякова, который, кстати, является членом президиума нашей районной организации, оказывается поддержка во всех наших начинаниях. Не проводили бы мы столько мероприятий в нашем районе, если бы не была финансовая поддержка наших предприятий и организаций. Хочется сегодня сказать, что большую помощь нам оказывает, конечно, районный отдел образования, открытого акционерного общества «Жлобинский мясокомбинат», наше железнодорожное предприятие. Сегодня можно говорить и о Жлобине, Жлобинавтотранс, значит, компаньон – это предприятие торговли. У Жлобинской организации много добровольных помощников, граждан и предприятий, вносящих пожертвования в Фонд мира. Среди них Белорусский металлургический завод и открытое акционерное общество «Белфа». Один из мировых лидеров черной металлургии и ведущий европейский производитель искусственного трикотажного меха. За многие годы успешной работы они заслужили репутацию не только надежных и конкурентоспособных предприятий, но и причастных к благородным делам друзей Фонда мира. Участие каждого человека, в том числе и вот членов нашего коллектива, в той или иной степени, независимо, кто какую там сумму внес, но это личный вклад каждого человека от сохранения, поддержания мира. Здесь понимают, взнос в Фонд мира – это проявление чувства сопричастности к благородному делу. Недаром народная мудрость гласит: «Не иссякает дающий воду колодец». Если давать оценку работе Жлобинской районной организации, то я должен сказать, что она является в числе лучших в области. Буквально по всем направлениям. И в плане миротворческой работы, и в плане воспитания, благотворительности. И немалая важность в этом и пополнение фонда взносами. Хотелось бы, что наши другие районные организации взяли опыт Жлобина. Именно в плане вот такой, ну, сплоченности в работе других общественных организаций, исполнительной, законодательной власти. Это очень важно. Каждое мероприятие, которое проводит Жлобинская организация Фонда мира, освещают районные средства массовой информации. Газета «Новый день» и телерадиопрограмма «Жлобин-инфо». И наша цель, значит, какая в этом? Чтобы каждый сегодня житель нашего района знал о том, что на территории района есть такая организация – Белорусский фонд мира. И вот таким образом он приобщался к нашей организации и принимал посильное участие в ее деятельности. Деятельность Жлобинской районной организации фонда мира наглядно подтверждает: от благополучия в своем доме – одной из целей миротворческого движения сегодня – легко шагать к идее сохранения мира на всей планете.